Пришли в магазин Penny Market. Пока тут самые адекватные, самые приемлемые цены по праве. То, что меня умиляет. Требуется работа в магазине. Зарплата от 26 до 28 крон. Это примерно умножаем на 3. 60, сколько это? 80 тысяч. 1100 евро. Угу. Требуется работа. Ага. А почему? Нет. Но тебя ж в этом-то не будешь доставать. Самые приемлемые цены. Абсолютно один. Картошка, правда, дорогая мне. 22,90. Но это и то самое дешевое, где мы нашли. Обычно 25. Ну, там, да, из дома. Молоко. Нет, ну, молоко вот можно 15,90 умножить на 3, 45 рублей. Молоко. Сыр брали. Сыр какой-то вкусный, Олег. Я забыла уже. Какой-то мы взяли сыр, вроде ничего такой вкусненький. 100 грамм получается. 150 граммовый набрали. Слышь, ну, нет, сыр дорого все равно получается стоит. Ну, дорого? Да, 1000 рублей килограмм. Вот, набрали. Остальное, да? Вот, набрали. 27,90. 150 грамм. 150 грамм. 150 грамм. Рублей 600 килограмм. Вкусный, как вкусный. Нет. Пойдем. Там занято, не пойдем. Нарезочку. Сейчас возьмем еще. Вот была по 19,90 закончилась. Да? Разбираем. Что там вот это чек. Может вот это? Может вот это возьмем, попробуем. Возьми, сколько стоит? 24,90. Давай возьмем, попробуем спину. Вот это вот стало. Вот тоже замачиваем. Давай вот это сейчас возьмем, попробуем. Булочки. Сейчас пакетик я возьму. Пакетики тут прикольные. Маечка. На, Олег, там мне неудобно рукой. Вон дешевый там. Булочки есть 2,50. Булочки умножать на 3. 8,90. 8,90 круассана. 12,50. Цена рук 90. Ой, ну крона 90. Обалденные по вкусу. Тут же горячий падает, приготовленный. Сверху падает. Возьмем еще 4 штучки. Суперовские. Рук 90. Ой, крона 90. Это
меньше 5 рублей. Вообще, говорю, коммунизм. Ватрушки 9,90, 9,90, 7,90. Где мой любимый отдел с водкой? С водкой и с пивом. 9,90. Пойдем. Вот туда дальше идти. Олег, куда ты пошел? Олег. Что ты надел? Проходи, это. Что ты хотел тут? Олег, я тебе подсказал, куда идти. Я не буду тут кругами. Вот горошек дешев, по 8,90. Ну и что? Все равно. Кофе, не с кафе. Ну, горох видели, свежий. Это в другом магазине у китайца. 5,90 в барне. Вот мой любимый пражская отдел. Вечеровка. 0,7. Максимальная цена. Нормальная 0,7, 200, 600 рублей. 0,7. У нас штукарь стоит, оранжевый штукарь стоит 0,5. Вот, отлично, сливовица. Моравис. Вот мы такую купили уже. Грушку купили с собой. Груша обалденная, говорят. Ну, потом возьмем, сейчас неохота набирать. Уже у нас рюкзак полный. Ну, плетеры тут очень хорошие. Нормальная цена. Бехеровка тоже отличная цена. А сколько 0,5? А 0,5? Подожди, бехеровка 0,5. Почему цены нет? А вон есть грушовица 12 в банках. Вон. Но она просто там почему-то стоит. Почему 12? Это 12. Вообще 12 она. Цифра на ней. Есть десятка, есть 12. А, это 12. 12 внутри есть грушовица, это оборот. К крепости. Десятка 4,3. Вот, еще я говорю, 550. 10% подарок. 11,990. Это вот это. Вот вишня набрали. Мне что-то не очень понравилось. Это уже горький. Не, оригинал еще нормальный. 3,7 мне не надо. Упал кто-то. Кто-то набирал, набирал. Свалился. 11,90. Он пришел и целый. Вот это вещь. Ну, вот она грушевка. Нет, вот не то она. Нет, он забрал все это. Полторашка. А, полтора. Двухлитровый, да, мужчина, любитель пива, забрал все. Вот она грушевица. И сколько она грушевица? Он взять сразу полторашку. Ну вот, не она, 12. Ну, грушевица, 12 пэт, 31, полтора литра, делим на 3. Умножаешь на 3, 90 рублей. Вот ее мы сейчас и возьмем сегодня, да. Парочку, да? Вот 12 грушовиц. Парочку возьмем, конечно. Парочку грушовиц. А я думаю, какой шпиль у себя? Вот она.
моя тема. Вот пятерочка, вот 12, это самое лучшее. Десятка идет уже слабая. Вот, отлично. Хорошо, мужик купался. Вот эти. Вот эти. Пятерочка. Дальше, дальше там будет наш. Да там этот стоит. Плетёр хорош. Шестьдесят девять, шестьдесят круг, 180 рублей, почти 170. Вот это. 150 рублей. Вот какая-то. Это бошка. Ну да, вот. Джема. Потому что цены тут самые адекватные, где мы были. Еще на работу будут строить за 1100 евро, 2-4 года. Все, приходите в этот магазин, советуем, рекомендую Жабки, цены намного дороже.